Ученик 33-й гимназии Ульяновска стал призером Всероссийской олимпиады школьников по химии. Финал интеллектуальной битвы проходил в Российском университете «Дружба народов». Борьбу за победу вели 300 школьников из 61 региона России. Аккурат в золотой середине лучших школьников страны. Так о своем результате на Российской олимпиаде по химии говорит сам призер. Преподаватели же подчеркивают, скромничает. К призовому месту на олимпиаде шел давно и целенаправленно, с 8 класса. Каждый год Артем участвовал сначала в городских олимпиадах, потом он вышел уже с 9 класса на региональный уровень. Всегда он был призером или победителем. Подготовка отнимала много времени, он действительно очень много готовился сам. И после участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 10 классе в прошлом году он с удовольствием и с большим терпением ждал поездки в Сириус. И в августе он съездил в Сириус. И именно Сириус дал большой задел знаний. Первый тур очень был похож на региональный этап, только с более усложненными задачами. На втором туре нам предоставлялось право выбора задач из различных разделов. А практика – это практика. Там надо провести эксперимент и провести его на высшем уровне. Все задания, признается Артем, выполнить тяжело. Справился с большинством. Этого было достаточно, чтобы войти в число призеров олимпиады и смело строить планы на будущее. Они уже связаны с дизайном лекарств. Новейшая фармацевтика, фармацевтика будущего, когда вы сначала должны посчитать на компьютерах, как лекарство будет взаимодействовать с организмом, с помощью чего оно это будет делать, а потом уже придумать, как его создать и какой синтез провести. Посвятить себя новейшей фармацевтике Артем сможет сразу же, как получит аттестат. Диплом победителя дает ему право поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады. Гульнара Шарипова, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.